Всем приветики, с вами Милис, и сегодня у нас новый обзорчик по игрушечке Battlefield 2042. Я ее хотела намного раньше записать, но из-за обстоятельств со здоровьем не получилось, так что сейчас нашла в себе кое-какие силы, и давайте начнем. Прорыв, я не знаю. Ну что, еще? Когда начинаем? Не знаю, давай сейчас начнем. Поиск. Играть? А управление можно? Расскажите мне, как играть, а поиск кого? Игра в отряде. Получить разведданные, выжить, эвакуироваться. Масштабное сражение, контроль над территорией. Ваше поле боя, ваши правила. Ничего не поняла, ладно, слушайте, давайте посередине. Эту хрень пойдем. Нужно запомнить. Ваша задача не уничтожение противников, а захват ресурсов. Особенно носить... Особенно что? Главное командование сухопутных войск России. Давайте не забывайте подписываться на канал, ставить лайкосики, если вам нравится эта игрушка. И не забудьте нажать колокольчик. Я никогда до этого не говорила, но тогда ты не пропустишь ролик следующий. Я надеваю наушники. Приятного просмотра. И долго будет ожидание сие. О, пошло. Пошло дело. Что происходит? Высадка? Давайте высадка. Почему здесь нет обучения, скажите мне, пожалуйста? Да я хочу уже высадиться. Слушайте, нет времени объяснять по 100 раз. На поле боя 2 вражеские армии, сражающиеся за захват и дальнейшее удержание секторов. Бой продолжается, пока у одной из сторон не закончится подкрепление, и она не отступит. Вот и все. Так вот, как же брать под контроль секторы? Захватить находящиеся в них цели. Чтобы захватить цель, зачистите ее от противников. Если сторона удерживает все цели внутри сектора, он принадлежит ей. Если вы удерживаете больше секторов, чем противник, тот начинает терять подкрепление. Как только они потеряют их все, победа за вами. Да, валите врага и истощайте его подкрепление. Но победу или поражение в матче обеспечивает захват секторов. Вы знаете, что делать. Двигайте. Нашло? А, игра начинается, ё-моё. Я ждала минут 10 этого. Спасибо вам большое. Так, как играть? Аунг. Индия. Отлично, мы в Индии. Ладно. Там говорили, кажется, с оптимизацией плохо. Думаю, сейчас я и буду ругаться. Отлично. Так, что делать? Ребята. Ну, в принципе, у меня сейчас на ультрах выдает, ну, 90 FPS. Это мое или это не мое? Что происходит? Куда все бегут? Что здесь надо делать? Сектор Альфа удалось захватить. Так. Ладно, ничего здесь непонятно, никакого обучения. Контролирует большинство секторов. Враг захватил сектор С. Как они успели это захватить, если мы еще даже не добежали? Так, у меня есть пистолет, у меня есть бомба. У меня есть склад чего-то, боеприпасы. Ну, это бесполезно. Так. Мы уже, кажется, на чужой зоне. Им удалось взять сектор Дельта. Это ты. Зачем ты меня пугаешь так? А чё дверь не открывается? Да, называется пустили козликовый огород. Ничего не понятно, что тут клевать. 300 метров. А, до этих сколько?
рядом. Рядом мой. Так, я могу ползти, я могу присесть. Я могу бежать. Я думала, это мой. Да, быстро игра закончилась. А почему из этой штуки? О, отлично. Это мои. Что здесь творится? А, это мой. Господи, вы бы хоть сказали мне, что делать, я ж не понимаю. А, еще надо вот эту штуку подбивать или как? Я просто не совсем вдупляю. Извините. Зарядка. Не знаю. Не знаю. Но вот мне не нравится эта игра, я не понимаю. Меня подстрелили. Не надо меня спасать. В смысле, не надо? Надо. Так, давай-ка сюда десантируемся. Вот-вот сюда. А мы сюда? Видимо, сюда. Ну ладно, только сюда. Сектор Альфа отдан врагу. Ой, Альфа. Ну скажите мне хоть что-то. Если не остановим их, они захватят все секторы. Докладывайте. Наши войска с трудом удерживают контроль над целями. Метров. 430 метров. 300 метров. 250 метров. О, я видела кого-то. Ой, а тут танк. О! Пошла на танк. Вот это ты молодец. Противники атакуют одну из наших целей. Ага, меня. Так, ладно, у нас есть карта, отлично. Сектор Дельта захвачен. Дельта. Наши бойцы не удержали цель Браво-1. Большинство секторов теперь принадлежит нам. Отлично. Это же... Это я справилась, да? Я молодец. Я все сделала. Стреляет. Он не стреляет. Они атакуют одну из наших целей. Да, меня. Ой, вон лежит снайпер. Я убила! Нет!
Цель Дельта-1 атакована. Я видела, чувак. А ну я стреляла! Думаю, что у него ствол удлиненный. Урон, но сдаваться пока не думают. Да вы чё? Да я не могу. Вот как стрелять? Кого? Враг захватил сектор Браво. Ну-ка, собрались. Это прорыв. Классическая атака и оборона. Победа зависит от захвата целей и удержания секторов. Атакующая сторона должна захватить и удерживать до трех целей в каждом секторе одновременно. Сектор захвачен, все, он выигран. Бум, нет доступа. Значит, обороняющимся нужно отступать. В этот момент атакующие перейдут в наступление и захватят сектор за сектором. Но помните, у атакующих подкрепление ограничено. Когда они закончатся, на этом все. Так что действуйте с умом. Возьмем другую сторону. У обороняющихся есть лишь одно важное задание – удержать секторы. Подкрепления у обороны бесконечны. То есть они могут нести бесконечные потери. Потеря территории – ожидаемое событие. Главное, чтобы она досталась дорогой ценой. Последнее. Что в атаке, что в обороне. Командная работа – это все. Одиноким волкам здесь не место. Сражайтесь как команда. Пошли! Хорошо. Идите, транспорт ждет. Хорошо. Они пожалеют 100%. Так, ребята, что делать? Но вы мне не расскажете. Защитите от меня. Если враг будет тут можно прыгать. Блин. Может попробовать Warzone поиграть? А, ребят, кому-то интересно из вас? Warzone. Меня просканировали. Цель Альфа-2 атакуют. Ну, я нанесла урон. Вроде как. А почему здесь все так бомбится? О, я вообще в обвалках. В обломках. Ага, русский язык тоже того. Так, ну этим ребятам уже не... А, я хочу помочь. Только здесь писец не происходит какой-то. Ребят, я вам не смогу прям помочь, понимаете? Ну, я постреляла зато. У меня получилось. О, привет, привет. Ты мой? Да, я в руках врага. Не надо меня! Паркур! Ух! Почему столько мин? О! Это мне? О, она заживляет! Спасибочки! Отлично. А почему таймер возрождения? Слишком много умирало? А как здесь играть? Вы мне скажите, пожалуйста.
Вот так вот тебе. Засела там крыса. Называется. Я вроде в них стреляю, а что-то нифига не получается. У нас потери! А как против танка? Нашли меня. А, так меня вообще машина нашла. Блин. Чё, как дела, братан? Чё происходит? А как танк уже? А я сижу, а как лечь? Чувак. А как мне лечь? Как лечь? Или как? Достали. Ты идешь не в ту сторону. Возвращайся. Это что за что? Нужно перезарядить. А как уложить? Да ну нафиг! Что за игра? Все, я наигралась.